Снова вижу тебя в активном поиске. Как ты можешь после всего этого быть с кем-то? Для меня лучше быть не с кем, а ты в поиске. С сотнями людей, которые уйдут и не держатся. Чтобы найти кого-то, тебе не нужно много времени. А со временем, кажется, надоест он. Найти тебя было целью всей моей жизни, пока, чтобы не на время, а на века. Ты же им играешься. Бросишь. Зачем ты вообще что-то строишь? Найди себе доброго и непостороннего, чужого. Он тебе не нужен, когда будет плохо. Согласись, он не будет ждать. Да и ты, наверное, тоже. Ты же уйдешь. Зачем он тебе такой? Он думает, что за пару дней проснется с тобой в постели. А я всегда был рядом, без объятий и поцелуев. Да, когда-то ты вспомнишь, какой ценой. Надеюсь, стану когда-то известным музыкантом, куплю тебе огромный букет и больше не буду никем.